Шер. Ненавижу тварей. Ненавижу тварей. Хорошая работа. Вот тебе, твари вонючие. Жалкий ублюдок. Ненавижу тварей. Ты не встанешь.
твари вонючие!
Ага, я так и думал, что это ты. Но что-то в тебе изменилось. Хотя, может быть, это просто я старею. Кронос, хранитель руды, как ты жил? Ну, благодаря камням фокуса мы нашли обратную дорогу к нашему народу. И что привело тебя сюда? После нашего прибытия мы решили, что нам лучше расстаться. Мне это кажется таким знакомым. Это была идея Сатуруса, не моя. Если бы все зависело от меня, мы бы остались вместе. Но меня ведь никто не слушает. С тех пор я брожу по пустыне в поисках знания и просветления. Если есть что-то, в чем ты нуждаешься, дай мне знать. Ты можешь меня чему-нибудь научить? Я поделюсь с тобой тайнами Аданоса. Покажи мне свой товар. Забудь об этом. Ты получишь это только тогда, когда... Забудь об этом. Ты получишь это только тогда, когда заслужишь. Я это уже знаю. Я хочу научиться лучше обращаться с посохом. Твой противник всегда будет недооценивать посох. Он не кажется таким опасным, как меч или топор. Используй это. Есть приемы, которые не выполнишь с мечом. Если застигнешь противника врасплох, считай, что ты почти победил.
Плохие новости! Кто-то нападает на наши города! Как только мы найдем виновника, расправа с ним будет короткая! Расскажи. Я хочу варить напитки манны. А, напитки манны. Их сила раскрывается в их воздействии. Они являются источником чистой магической силы. Существует много различных рецептов приготовления этих напитков. Достань один из рецептов, собери необходимые ингредиенты и вперед! Покажи. Чтобы без глупостей, ясно? У тебя много свободного времени. Я не хочу неприятностей. Пока. Иди за мной! Тогда вперед! Ты свободен. Ты знаешь, где меня... Я тебя проткну! Ah!
Прекратите. Стой. Стой! Стой! Я все равно тебя достану. О! 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 Яспас больше ни на кого не нападет. Хорошо, что ты позаботился о нем. Теперь дорога на Брагу снова станет безопасной. Вот твое золото. Исчезни. Ничего хорошего из этого не выйдет. Будет лучше, если ты позаботишься об этом сам.
Я принесу тебе лунный клинок. Благодарю тебя, о сын надежности. Вот твоя обещанная награда. Можно мне поговорить с Гонсалесом? На Гонсалеса твои подвиги произвели большое впечатление. Если хочешь знать мое мнение, то ассасинов ты добьешься больших успехов, если будешь действовать в том же духе. Спасибо, это я и хотел услышать. Лучше всего иди прямо к нему, он ждет тебя. Дай пройти. Ты можешь войти. Я благодарю тебя, господин. Принадлежать самому богатому человеку города — это существенно поможет мне в достижении моей цели. Вот увидишь. Однажды я стану женой Гонсалеса. Ну тогда желаю удачи.